Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд, а иначе сам Джейсон покажет тебе твой будущий дом. Ха-ха, время пошло. Друзья, всем здорово, с вами Кузака, и сегодня мы с вами продолжаем играть в пятницу 13-е. Надеюсь, что вы успели прожать лайк за 5 секунд, а те, кто не успел, можете сейчас это сделать. Сегодня вас ждет, ух, какая каточка прикольненькая за самого ужасного маньяка Джейсона. И кстати, если ты хочешь со мной тоже играть в пятницу 13-ю, то переходи по ссылочке в описании. Там есть ссылочка на мой Steam профиль. Добавляйте меня в друзья, и я вас добавляю, и мы будем вместе играть. Только добавляйте те ребята, у кого есть пятница 13-я, потому что у меня на этом аккаунте только пятница 13-я, и в принципе мы ни во что с вами больше не поиграем. Только у тех ребят, у которых есть пятница 13-я, добавлять друзья, прошу. А также, кто хочет такой же себе 150-й красивенький левел? Что этот 150-й левел вам дает? Он дает вам, во-первых, 20 лямов очков прокачки, с помощью которых можно прокачивать перки у вожатых, которые играют немаловажную роль в игре. А также открытие всех Джейсонов и самих вожатых. А также выбор оружия у Джейсона, любого другого Джейсона. И смена образа у Джейсона, то есть можно добавить кровь на его одежде. Да, все это вы можете получить в моей группе по прокачке пятницы 13 ВКонтакте. По ссылочке в описании переходите и заказывайте. Делаю лично я, заказы выполняю в течение 15 минут. Уже люди вот позаказывали, так что все круто, все у всех приходит и все замечательно. Ссылочка есть в описании. Ну и в принципе я все, что хотел сказать, сказал. Запасайтесь едой, печенюшками и всем приятного просмотра. Нет, это не фейк. Да я фейк, ребята. Нет, это не фейк. Как так? Как доказать, что я фейк? А вот никак. Хотя ладно, я типа не сыграю. А я Кузаку сыграю тогда. Блин, Кузаку, это серьезно ты? Угу. Нифига себе. Кто такой Кузаку? Ну это в Ютубе глянь. Да нихуя не нужен. Ну вот за Джейсона покажу тебе, братанчик. Не надо. Покажу. И опять я Джейсон. Нет, это же какой-то личный. Это я Джейсон. Андрей. Ты себя назначил, брат. А как я себя могу назначить в основном лобби, не в частной игре? Да я угораю, Ну на самом деле да, я читер, я себя назначил. Друзья, ну что же. Наконец-таки я, Джейсон. Сколько каток я уже просидел в лобби, и мне не выдавался Джейсон. Но теперь пришла месть. Пришла месть за эти все ожидания в роли Джейсона из седьмой части. Да, надеюсь, что вы успели прожать лайк за 5 секунд. А иначе для чего я этого Джейсона так долго ждал? Кто там ошивается в этом домике, скажи мне. Тебе жить перехотелось, беги отсюда. Ладно, поломаем дверки, так уж и быть, потому что домик, в принципе, неплохой, так сказать. Так как здесь телефон, и мне по-любому придется сюда заходить будет. Так, а теперь идем к машинушке. Надеюсь, что здесь не желтая зараза будет. Зараза желтая. Зараза желтая. Ладно. Не буду тогда сюда ничего ставить, потому что надо на четырехместную будет ставить. Так, а вот уже, уже хотят починить телефон и все сделать. Но не тут-то было, сейчас Кузак опять прибежит к ним. И машину делают, они издеваются реально. И машину и это делают сразу. Давай быстрее, Джейсон, давай быстрее, быстрее. Быстрее, оба. Вот так вот. Что-то мне кажется, надо еще капканчик сюда поставить. А как его поставить-то? Он здесь уже не ставится. Чувак, давай красиво все сделаем. Вы тут задолбали свои мои капканы обезвреживать. У тебя их три штуки всего, братан. Андрей! Ну вот-вот. Андрей, он к тебе идет. Же... Давай потом, а? Да, блядь, да сейчас, сейчас будет все. Да нет, сейчас не надо. Блядь. Сразу раздвигай булочки свои, сейчас начнется здесь. Прямо в туалете. Там... Играть с ютубером, офигеть. О, нет, 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 давай не будем. Так, пойдемте к машине. Пойдемте к машине, посмотрим. Здесь уже никого нету. А здесь уже на секундочку никого нету.
Мне кажется, за этого Джейсона я не умею играть, потому что капканов нету. Медленный. И как-то вот, как-то да, не хватает ему чего-то моего любимого. И двери не выламывают быстро. Немного скучноватый. Так, ладно, побежали, убьем эту. Сучка быстрая какая, смотрите на него. Кобель, точнее, да? Хотя он сучка, он гей же. На тебе, тварь. Сдолбали реально, а? Да ты смотри на нее. Оба. Мы сейчас убью. Откуда у вас только ножей, барышни? Давай, куда вы убегаете, девчонки? Где мы? Далеко убежите-то? На входе дом. Так, а что ты за мной ты идешь? Он меня хочет. Ну, да нет. Я. Нет. А почему? Ну не убивай, зай, брат. Потом ну, всех расхерать. Давай, знаешь что? А чё вы, вот, кстати, вот делаете с моими капканами? Вот не делали бы, я сюда даже не пришел бы. Мы тебя, это, вроде как это, блядь, петролим, типа. Да вы меня еще и хотите убить, наверное, да? Нет, не хотим, мы хотим подурачиться. Лизай, выжили, а ты все к унитазу потопил, вот и что. У меня есть ключи, если чё. А у меня, блядь, стамины нет. Ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Самый умный тут, да? Чинить собрался. Умирай! Не, вот против них сложно будет играть. Лохушка, надо вот так вот это делать, понимаешь? Стрелять. Умная нашлась тут. Сейчас добью ее. Сейчас убью же до конца. Да сука, сколько у вас ножей-то? У каждой нож. Думаю, что это вот с этой машиной не разбираются там вовсю, да? Вовсю чинит машинку, да? Замечательно. Сейчас убью его наконец-таки, да? Еще минус. Минус 2. Вот такими темпами можно их добить, в принципе, будет. Хорошо, что я вовремя кидаю кинжалики, они прям мне помогают все доделать. Так, но при этом Томик уже будет у них в кармане. И это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Залез. Чувак, смотри прикол. Он здесь. Смотри. Давай помогу слезть. Только не кидай. Потом убьешь. Если он тебя схватит, ну и стой, стой. Наверное. А как ты залез, а так что ли? Ну да. Ты же его не достанешь, чувак. Или уж ты его не достанешь? А вот интересно. Ты не достанешь, я тебе отвечаю. А чё я-то? Иди сюда. Так. Сучка, что ты здесь делаешь-то, а? Все окна поразбивают, Томми, сука! Рейдж актив не накоплен ни хрена. Надо еще один капкан, наверное, поставить, потому что это не делаем. Хотя тут уже его некуда ставить даже, он не ставится нифига. Сука, какой же ты быстрый-то, а? Надо Томика убить, и все будет хорошо. Просто все замечательно будет. Блин, быстрый какой, а? Ладно, сейчас устанет мелок. Я его добью. Я его добью. Вот и все. Вот и доигрался. Теперь меня никто не убьет. Теперь меня абсолютно никто не мешает. Я спокойно их всех развалю. Ну только вот с телефоном надо разобраться, то это не есть хорошо вообще здесь. Так, надо еще с этим домиком разобраться будет. Ну и кто здесь такой, а? Как смешно, как забавно. Они что, оригинальнее не придумали? Шлюшки.
Так. Ну вот, почти радиоактив накоплен, кстати говоря. Сука, блядь. Перед носом прям. Вот бесит те, которые просто вот играются вот так вот. Они по сути ничего не делают, они только дразнят Джейсона и все. То есть он бегает и все, веселится типа. Вот и все. Надо таких как-то по-особенному убивать. Либо вообще не трогать, напоследок оставлять. Потому что это вообще не тема. На тачку пойдут еще, смотрите. Да блин, тачку заведем, и меня опять лагать начнет. А чё вы возомнили-то, а? Да ничего мы не хотим, Джарвис уже сломал. Вот минус одна из вас. Я сдохла. Тачку хотели чинить, я все слышал. Ты какашка. Я случайным образом выбрал тебя, красотулечку, самую первую. Не смог удержаться, извини, извини. Я любя. Честное слово, любя. Так, ладно, хоть немножко в себя поверил, теперь можно, в принципе, добивать их всех. Бессовестный Джейсон. Самый бессовестный, мать меня накажет потом, когда я вас всех прижучу. Ой, бессовестный, а. А чё ты кидаешь-то, мне все равно на них. Топормана, прикинь, топормана. Мачете-мане. Мачете-мане. Мачете-мачете. Блядь. Да оставь меня в покое, Джейсона мана. Но машину-то не оставлю в покое. Что с тобой делать? Что с тобой делать, а? Да. Ужас, ужас какой-то. Вообще капец, какой Зай... ужас. Зайны без трудов. Себя поверили все. Ты чё хулиганишь? Это ты хулиганишь, что пугали? Ты разбрасываешься своими ракетницами? Ты чего? Это хулиган. Ух, нифига ты тут. Да. Строил. Прям как резня в Техасе. Блин, они реально обнаглели. Блин, дайте мне руку, а. Вот это особенно барышня, которая прыгает повсюду. У меня ничего. Сейчас получим по заднице, я чувствую. Давай рядом будем. Думаю, что вот так хайпинг, и будет. Блин. Вот хайпинг, блин. Какая ты быстрая белобрысая тварь. Ты чё взываешь? Ты чё на девчонку? А вот потому ты что убегаешь чё? От меня. Не даешь признаться в любви. Да чё ты бросаешь-то их? Мне все равно, я же говорю. Я люблю... Я тоже люблю, но только не от вас такого. Да что ж ты будешь... Тогда Зай убежит тебя, господи. Больно, больно, пусти. Мне тоже было больно. Когда ты убегал от меня, знаешь, как сердце кровью обливалось? Вот ты теперь пойми, сердце. Пойми мои мучения и прими свою смерть. Да, сейчас Поди сядешь тихо. Ты на мой кукан. Кто завел Поди... машину? Я не могу идти, не могу я. Заебись. Ты иди меня спасай, я ехать не могу. Давай помогу немного, да. Игра забагалась, прикинь. Места открывай. Mm-hmm. А нет, так нихуя не честно. Да я согласен, помойка, не игра. Опа, у меня личик что ли все показалось, да? А, кстати, может она уже и не уедет, блядь. Это походу баг, она застряла. Попробуй, кстати, я сейчас... Ну давай, попробуй. Давай.
походу нифига уже. Не, она должна сейчас отпрыгнуть, да? Не? Не, а нифига. А нет, ну и что нам делать? Ну, а брат тогда, умирать? Да, умирать. Либо выживать. Ай, зачем я... О, свитере, моя мамашка. Мам, извини, сегодня я тебя накажу. А, нет, ты не моя мать, ну тогда прости. Уезжают, уезжают, смотрите на них. Далеко уедут-то, интересно? Недалеко, думаю. Так, ладно. Давай сюда. Я сквозь машину летаю, что? Я сквозь машину пролетел, смешно. Ну ладно. Пусть попытаются проехать там везде. Интересно, сейчас это хоть нормально буду? Все-таки успел. А я сквозь нее почему-то пролетаю, я не знаю, что за бред. Это... Что с пятницей? Я сквозь тебя прошел. Уезжай быстрее, пока не убил тебя тоже. Так, в догоночку. Успел. Джекпот. Блядь, ёбанов. Вот и все, вот и давай, песенка красиво. Спета. Интернет. На! Скучно с тобой. Да хорошо со мной, хоть поцелую тебя по-нормальному. Ма! Иди нахуй, пидор, блядь. Заслуженно, заслуженно. Понятно. Ты на пенёк сел, должен был косаря дать. Андрей, ты очень глупый. Я всего лишь поцеловал тебя. Но я счастлив. Хули так мало, урод, блядь. Я счастлив, что меня убил автопер. Врут мне ноги! Я теперь всем расскажу, что меня убил ютубер. Твой телефон, но никогда не позвоню. И дышим мы в унисон и набираем. Я люблю, ты далеко, далеко. Смеются даже небеса. Нам нелегко, так легко. И верю я в чудеса.